Всем Йетсон, я ребята, и сегодня поиграю в Bedwars на сервере Hypixel, и здесь появился новый мини-режим Ultimate, да, и раньше здесь был Rush, но его убрали и поменяли вот на этот мини-режим. Если честно, Bedwars Rush мне не очень нравится, а вот этот мне очень понравился, потому что есть здесь очень крутые способности, у меня сейчас стоит бридж, да, то есть я могу строить и ставить стены. Вот это появилась новая иконка, да, Ultimates, да, тут есть 5 способностей, я сейчас буду пользоваться... Вы что, серьезно? Вы кто такие? Я вас не звал! Это, наверное, первый раз в жизни, когда так быстро сломали кровать. Просто за 2 секунды. Офигеть, давайте мы попытаемся вольнуть. Я сейчас помогаю. Да. Тут что-то произошло, да? Блин, какая-то дичь реально. Просто взялись, сразу сломали. Так, ну окей, давайте покажу, как бич работает. Я думаю, вы уже у некоторых людей видели, да, там. Это не точно. Или точно. Ютуберов, да. Вот они, видите, как-то телепортируются. Я не знаю, как они это делают. Это не прыжок. И, блин... Да. Найс. В принципе, окей. Попытка номер 2. Номер 2. Я сейчас попытаюсь, ну, затащить, да. Это вряд ли мне получится. Но окей. Так, я вам показал... или попытался показать, да, джампера. Ой, не джампера. Я джампера вот только что воспользовался. Раз в 10 секунд можно сделать вот такие прыжки. Сейчас покажу, да. И мне нужна бридж, да, бридж, вот, окей, строитель, так, окей, где это, что-то нету, ну, окей, блин, где я, строитель, верните, вот, спасибо. Так, окей, мы сейчас застроим таким вот образом кровать, это очень быстро, меняем на режим другой, и, в принципе, строим, да. Я когда играл первый раз в этот мини-режим, я реально минут 10 или 5 где-то минут, я просто не понимал, как просто надо, ну, то есть, чувак... Вот так вот строил, а я сделал стенки. Я просто не понимал, как это, ну, сделать, да. Как вы тут... А, блин, я уж подумал, что чувак все забрал. Ну, окей. Так, в принципе, забираю вот эти блоки и покажу еще. Давайте я вот хилинг, ну, хилинг, это понятно, просто хилиться буду. Вот эти две способности я вообще не понимаю. Вот, например, Сворд Мэн какой-то, да. Я даже не знаю, что... Я что-то сейчас сделал. Правой клавишей, по-моему. Это странно, ну что-то в PvP, наверное, будет, ну, окей, да. Да блин, ну ты чё, почему? Почему, я не понимаю, нам просто не везет. Почему ломают всегда именно в команду, в которой я нахожусь, просто первую? Это просто закон подлости, мне не дают записать. Наркоман, что ли, я не понимаю, что он делает. В принципе, ладно, так, окей. Сейчас у меня уже есть броня, так, и, блин, я реально не понимаю, что это было, какой-то странный чувак, что-то на меня нападает, я не знаю, да, возьму джампера, да, вот это, прыжок, да, и, в принципе, окей, да, потому что она может спасти жизнь, поэтому я ей буду пользоваться только тогда, когда важно, да, то есть просто так не буду пользоваться. В принципе, ладно, так, что-то желтого никто не трогает, я не понимаю, почему, да. Окей, так, чувак как-то странно строит, или мне кажется, наверное, да. Он, кстати, невидимый, я не знаю. Так, что это? Что это такое? Я не понял, ну ладно. Так, в принципе, мы сейчас вот так бежим, нам надо 10 секунд жить. Так. Опа, блях, 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 блях. Так. Я что сейчас? А, мы сломали их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы отомстили хотя бы, мы хотя бы отомстили. Я последний синий в этой жизни, окей, бежим нафиг. Ой, боже, как что творится? Сваливай нафиг. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что за экшен? Что за трэш? Я не понимаю, реально. Я ролик пришел записывать, а не эту дичь. Зелёного убить, там, я не знаю, желтого. Здрасте, до свидания, подожди, ты кто такой вообще? Я не знаю тебя. Чувак, что ты от меня хочешь? Я что-то на него боюсь прыгать. А, он сам решил. Ну, окей. Ладно, не буду его трогать. Отстану от него, да. Не буду к нему лезть. Давайте, я так понимаю, это наша база. Да, это наша база. С чем-то зеленой построились. Хотя, нет, это не наш... Нет. Чего? Подождите. Я не понял.
Мы же около красных были. Или нет? Ладно, я не понял. Нас просто красных вроде бы сломали. Ну окей, я единственный выживший. Почему бы в принципе нет? У меня броня железная. Возьму железный меч. В принципе, логично. Все логично, да. И 8, офигеть. Блин, здесь так все дорого. Это капец. Так, давайте возьму блоки, да. В принципе, я даже не знаю, у меня есть джампер, я пока что... Я даже не знаю, давайте возьму свордмен, да, я думаю, это поможет в ПВП как-то, я не знаю, будет жестко убивать, да, или это как-то телепортироваться, я не знаю, на чувака, потому что я прям могу очень часто это делать. Это что-то, наверное, типа щита, наверное. Так, хилинг, радиус, что-то радиус, меня это пугает, подождите. Ну окей, давайте я это оставлю, тут какая-то зелька дается. Фрозу ультимейт, окей. Так, ну как-то так, да. Давайте я поэкспериментирую, да. Я не знаю, что это дает. Чувак, зачем? Блин, ну ладно. У меня, я не знаю, как сказать. Тимиться как бы нельзя, поэтому придется, ну ладно, не буду к нему лезть. Фу, блин, ну это капец. Так, мне, блин, изумрудок дал, у меня есть шанс выиграть, броню себе сделать, да. Окей, в принципе, бежим, блин, это просто экшн-серия, я реально не ожидал такого, окей. Так, что эта зелька делает, я не понимаю. И я кого-то замораживать могу, или... Хотя нет, по-моему, нет, это не замораживать, да, это что-то другое означает. Так, окей, возьму еще, пожалуй, вот это, да. Ну, блин, ладно, возьму алмазку, я... Не подумайте, я никого не звал, да, типа, то есть, чтобы не изумруды скидывали, поэтому не подумайте, да, на то мало ли что. Так, ну окей, давайте я прокачаю кузницу, я думаю, это пока что важно будет. И, блин, давайте я какими-то такие вот, то, что знаю, вот строитель или джампер, ну, хилинг, даже не знаю. А, у меня есть хилинг. Или подождите, фрозмен и хилинг. Хилинг. Да тут же такая же генерация, я не понимаю. Подождите, у меня что было? Ладно. Я, короче, запутался. Так, вот она. Блин, ну вот. Я не понимаю. Короче, давайте возьму джампер. Да, джампер. Это удобно, да, дабл джампер. Это очень удобно. Так, в принципе, окей, блин, просто экшен. Я просто боюсь. Это жесть. Так, ну ладно. Я даже не знаю, я надеюсь, что это запишет, да, типа, ролик, да, типа, жесткий. Я, наверное, его выпущу во вторник, потому что монтажа придется много делать, да. Пожалуйста, давайте напишем под этим роликом лайков 5, где-нибудь, да, я не прошу много, как обычно, 5, да, типа, там, типа, да. Да, типа, да, блин, любимая моя фраза. Блин, я реально не знаю, зачем я купил зелье скорости 2, да, за изумруд. Ну, блин, ну просто так, да. Как бы, зачем эти изумруды вообще нужны, да? Ну ты дебил. Я думаю, пора нам бежать на алмазы, да, на алмазы, блин, будем бежать. И да, сейчас остался один красный, и вообще ничего не происходит. То есть, не ломаются команды, да, никто никого не ломает, видимо, все дружно живут. Окей, так, 2 алмаза, блин, здесь воруют, походу, да. Это опасно немножко, да. Ну окей, я не вижу смысла эту дорогу убирать, потому что, ну, можно вот так вот сделать, да, или построиться, поэтому окей. Так, в принципе, я не знаю, блин, зачем мне сейчас золото? Я возьму, давайте, побольше яблок и возьму побольше вот этих, да. Ну и на оставшиеся возьму ничего, да, ничего не возьму. Давайте еще один динамит, да. И вот эти штучки, вот эти взрывал, опасные штучки, да. В принципе, ладно. Так, окей. Сейчас я, наверное, возьму кирку, я не знаю реально, зачем я тогда это все тратил. В принципе, ладно. Зачем я, ну просто так, да. Зачем действительно тратил золото? Так, ну ладно. У меня есть железный топор, у меня есть золотая кирка, и ко мне зачем-то идет желтый. Ну, пожалуйста, ну не надо, уйди. Он, я боюсь, он что-то. Он почему-то со мной тимиться хочет, но я ему этого не дам, потому что все подумают, что я просто подставу там что-то не сделал, да? Ну окей. Да нет, не подстава. Чувак, уйди. Блин, мне надо, кстати, вот это сделать. Мне надо алмазы.
Больше алмазов. Так, да хватит на меня смотреть, люди. Так, все, сейчас надо осторожненько вот так пробежать. Так. Мне кажется, он предатель. Он предаст меня, полюбаясь, да. Окей, так. Блин, ты алмазов, что, издеваетесь? Или здесь реально так медленно спамится? Так, ну ладно. Окей, фаза 2, блин, нифига себе. Да блин, что ты палишь, а? Да блин, реально, я... Сейчас кто-нибудь... А может быть... Блин. Вот сейчас подумаю, какой-нибудь Тим, да? Я не хочу его обманывать, я ему сейчас Тим покажу, потом убью. Чувак, все, уходи. Я иду. Чё? Ты чё? Блин, ну реально, вы издеваетесь, что ли? Блин, ну, странный человек на самом деле. Ну давай. Да блин! Вы что, издеваетесь? Что за нападение, алё? Что за два на миллион человек? Что я несу вообще, да? Блин, меня реально чуть сейчас не убили. Найс, просто сначала кидают изумруды, а потом подставу делают, реально. Я не знаю, блин. Так, ну окей, ну хотя бы алмазы там добыл, да, типа, получил алмазы. Да пофиг. Так, ну ладно, давайте возьму, блин, сейчас, наверное, тупо, ну, возьму стреляющий бассейн этот. Хотя я не вижу здесь никакого бассейна. И, в принципе, окей, да. Так, ну ладно. Блин, я реально не знаю, на кого нападать. Давайте я нападу лучше на зеленых. Что-то какие-то желтые, жесткие. Да хватит! Тихо. Вы чё, пацаны? Не, давайте лучше на желтых. Ну нафиг, блин. Зеленые сони, да. Я не хотел на вас нападать. Я пошутил, ну чё? Я не понимаю. Я реально не родил, блин. Так, давайте вот эту штучку возьму. Я что-то еще взял. У меня будет пей... Чё-то будет, короче. Я что-то взял. Да блин, ну ладно, так, ну я просто привык кликать. Да уйди, нет! Нет! Да. Обидно. Я не знаю, что это за дичь, но я играю уже 6-й раунд, и в каждом раунде... Нас почти сразу ломают. Это дичь какая-то. Я просто не понимаю, как это работает. То есть я сейчас никак не вру, то есть если вы там подумали и так далее, да. Так, ну окей, вот строитель появился, то есть он не сразу появляется. Подождите, я же купил блоков. Я не понял, что-то... Или, наверное, нет. Что я делаю, блин, вот блоки. В принципе, ладно. Блин, я реально не понимаю, что это за дичь. Просто нас сломают сразу уже. Да, ну... В принципе, ладно, так, в принципе, пофиг уже на кровать, да, ее и так будут ломать, поэтому хоть там дубом, хоть не дубом закрою, да, кстати, в прошлой катке я играл, ее дубом закрывали, вот это, как этот чувак, только там намного больше закрыли, и то есть, блин, это все равно не помогает, какая разница, блин, они все равно ее сломают, это просто какой-то закон подлости, я реально не понимаю, да. Я уже удалил, если честно, те фрагменты, поэтому вы не увидите эти моменты. Ну, может быть, некто увидите, я посмотрю, да. Просто я не знаю, мне что-то, ну, как-то я не хочу, да, вот, типа... Я уже не буду, наверное, переснимать, как бы, окей. Да неужели я сломал кровать первую? Да ладно, ребят, я за 6 раундов сломал, наконец-то, кровать. Так, он на ФКшник, ну ладно. Убьем и бум, да, динамит забался. Кил-эффект такой, вот, да. И, в принципе, мы покупаем постоянную железную броню. Здорово, там все дела. Я наконец-то сломал кровать, блин, это просто, я не знаю, за это я не знаю, за это не лайк ставить, потому что я не типичный человек, который будет... Поставьте лайк, поставьте лайк. Это дерьмо! Тихо, полегче. Вот видели, как повезло, прям в тот момент пришел. Так, блин, капец, давайте я возьму вот это, да, жжем. Там все дела, он фигачит, я его фигачу, он читами выживает, я его валю, не падаю, потом я беру и строюсь. Мы здесь, тут какая-то дичь творится,
И опять, ну это что это за закон подлости, ну почему? Я хотел записать обычный Skywars, но я знаю то, что Skywars уже второй раз будет после веселого ролика, да и просто он как-то и мне поднадоело, то есть я в него часто играю, но снимать что-то не крутые сей, не смешные. Да, а вот я думаю, ББ2, с учетом... Аллах Акбар. Ты полегче, а? Ты меня что так пугаешь? Я не понял. Так, мы его так вот... Ау! Куда деньги на лечение скидывать? Я не знаю! Я затащил! Офигеть! Короче, я не знаю, как я затащил. Это очень было жестко, потому что, блин... Я реально не думал, что я затащил. Блин, я просто убил чувака. Капец! Ну, ребята, да, в принципе, я не знаю, мне повезло просто, ну, блин, как-то это просто закон подлости сломанием кроватей. Но, в любом случае, я победил, я думал, вообще придется миллион лет записывать, да. Ну, в принципе, окей. Записал, наверное, в течение получаса, даже 20 минут, наверное, ну, в принципе, окей. Всем спасибо, пока-пока, ребята.